Ну что, Андрюшики, этот день наконец-таки настал. Сегодня мы... что такое начинается, я не понял. Что это такое начинается, а? Что это такие? Блин. Ну что, Андрюша, этот день действительно наконец-таки не хочу, настал. Не надо, не надо. Сегодня мы наконец-таки с тобой будем, значит, прощаться с этой планетой. Мы прожили здесь с тобой, знаешь, сколько дней? Полгода. 169 дней. Полгода на этой затопленной планете. И сегодня, Андрюша, мы с тобой вернемся домой. Ну что ж, дорогие друзья, всем огромный привет, с вами сегодня, как всегда, Олег Кофе, сам оно сегодня, Андрюшенька и Дефай. И добро пожаловать на заключительную серию, на финал такой игрушки, как Сабанатика. Слушай, я не знаю, я как будто смотрю на себя, у меня как будто камера немного вот так вот под наклоном, как будто, я не знаю. Ты там мне точно ничего водичку не подсыпал, там не подлил ничего, а то как будто, слушай, реально, Олег, я не знаю. Полгода мы с тобой тут живем. Да, Андрюша, полгода прошли незаметно на самом-то деле. Очень быстро летит время, ребята. Даже как-то на самом деле грустно, что все закончится именно сегодня. Реально, даже уходить не хочется, если честно. Ну, по правде говоря, Андрюха, я соскучился по цивилизации. Хочется видеть хотя бы какую-нибудь другую морду, помимо твоей, понимаешь? Ну, естественно, конечно, Андрюша, 100%. Понятно, зачем ты хочешь на землю? Смотри, ребята, да. Действительно, ребята, сегодня мы пройдем игру на все 100%. Кстати, знаешь, что самого карда? Писали в комментариях под предыдущей серии, что вот эта вот огромная императрица морская, да, она должна была вообще, по-моему, умереть, она должна была с нами еще поговорить, она нам вообще даже ничего не сказала, понимаешь? Никакого напутствия это, собственно говоря, то не дала. Так это круто, она выжила. Ну, тоже, да, видишь, во всем нужно искать свои плюсы. Ну что, друзья, не знаю, готовы ли к финалу, но мы еще, конечно, нет, потому что я действительно буду скучать очень сильно по Сабнатике, потому что за все время игры в эту замечательную, конечно же, игру, я реально в нее влюбился. Не надо туда уходить, я тебе построю тут гей-клуб нормальный. Не надо мне там ничего строить, Андрюха, не надо, нет. Так, смотри, для того, чтобы, соответственно, улететь с этой планеты, нам с тобой нужно построить ракету. Я без понятия, как это делается, но вы писали в комментариях, что нам нужно подняться вот на вот это, значит, строитель. Сейчас я залезу сюда. Не надо, не-не-не. Сейчас у нас снова забагуется, сейчас, вот, значит, спасательная ракета Нептун. Так, значит, смотри, пусковая платформа, титановый слиток, две штуки, микросхема и свинец 4 штуки. Это все, что надо? Нет, погоди. Мне кажется, нет, так это только платформа, видишь, что без ракет. Я, по крайней мере, не думаю. Я пока не знаю вообще, что там будет, поэтому реально интересно посмотреть. Ну что ж, все ресурсы у нас, кстати, эти есть. Титаны у нас дофига, микросхемы тоже есть, свинец тоже есть, поэтому я сейчас пойду быстренько на базу. Давай, съебался. Все это ты нормально разговариваешь со мной, слышишь, а? Шпрот, ё-моё, а? Сегодня ты домой. Ты как со мной разговариваешь вообще, я не понимаю. Ты что, в себя, что ли, поверил, сегодня да? Домой. Прикинь, сегодня летим домой. Домой. Я даже прикинь, не верю в это, летим домой, и в космосе в астероид въебываемся, на. Это будет очень печальная история. Охуенная дорога домой, блядь. Ну, вообще, кстати, ребята в комментариях писали, что мы обязательно должны построить две ракеты, иначе у нас может случиться синхрон. Я не знаю, ребята, как-то вообще... Ебанулся, что ли? Ну, а что делать-то? Мы одну-то не знаем, из чего она делается. Ну, так вот, да, вот мне просто интересно, какие ресурсы нам, в принципе, понадобятся для, соответственно, постройки ракеты целиком и полностью, да? А уже после этого мы будем, соответственно, смотреть... Нет, смотри, я знаю. Вылезем ли мы две ракеты, понимаешь? Вылезем. Не, вылезем. Ну, что такое же? Смотри, короче, мы делаем ракету, я сажусь внутрь, а ты садишься на конец, на верхушку. А, вот так вот, да? А давай, нет, давай я сяду в ракету, а ты сядешь ко мне на коленочки, и таким образом мы с тобой просто отправимся в путешествие. Вот такой мощью гравитации, по сути, тебе ракета будет входить в зал. Ну да, так-то морально сейчас сказал, да. Так, ладно, ребята, мы сейчас подготовим все ресурсы, соответственно, и уже начнем, соответственно, строить вот эту платформу и спасательную ракету. Так, ну все, Андрюха, я все подготовил, свинец есть, титановые слитки есть, и микросхема, соответственно, тоже есть. Все, идем туда. Так, ну давай, блин, я бы не знаю, там, слышишь, там ночь наступила, давай сейчас быстренько поспим, соответственно, да, ну чтобы все это... Ты можешь один поспать. Так, работай, думаешь, у нас попробуем, мы же пробовали так делать, с тобой вроде не получалось, не? Получалось. Ну давай попробуем, давай, сейчас, надеюсь, у нас время суток поменяется. Ну погоди, не-не-не, поменялось-то, нет, я просто с кровати-то уже стою. А, реально, все, день наступил, да, реально? А, нет, ночь наступила. Ну вот, все, пожалуйста. Может, еще раз? Нет, я не могу. А я, кстати, не смогу сейчас поспать. Смотри, нет, дуй стой, сюда, смотри. Давай, иди спать быстрее. Сейчас я могу поспать, и мне будет. Да. Ребята, давайте сделаем так. Поддержите этот видос максимально лайком. Ну, давай, я посмотрю на это. Я ж ни разу этого не видел, реально-то. Ребята, поставьте под этой серией лайк, потому что действительно очень грустно прощаться с этой замечательной игрушкой, ведь сегодня мы реально дойдем до финала. Я реально буду по ней скучать, эта игрушка навсегда останется в моем сердце, потому что за все то время, проведенное на этой планете, я действительно просто, ну, влюблен.
влюбился в эту замечательную игру. И реально, ну, я пока не знаю, будем ли мы снимать продолжение, потому что я знаю, что есть вторая часть Blue Zero, да, соответственно. Вот, но все зависит, ребята, лишь только от вас. Если вы реально хотите увидеть продолжение, соответственно, да. Единственное, что там просто нету кооператива, поэтому я пока еще думаю. Нормально, да, нормально придумал. Ну что ж, Андрюха, кстати, погоди, а мне интересно. Так, все, пусковая платформа Нептуна запускаем. Итак, ну что ж, строительство начинается. Вот так вот выглядит наша платформа, ребята, соответственно, да. Так, а погоди, мне кажется, или она... она огромная! Я не вижу пока ничего. Ты посмотри вот туда, вперед, ты в не ту сторону смотришь, ты посмотри на ее размеры! А че она такая гигантская, да вообще? А как она будет? Подожди, а как мы будем ставить на нее ракету, блядь? Ну я не знаю, погоди, я. Что за. Это что такое вообще? Че она такая огромная? Ты посмотри! Пипец! И у меня. Вот залезай сюда. А чуть, погоди. А я что-то на ней вообще левитирую каким-то образом. Что-то странно начинается происходить. Уже, похоже, начинается рассинхрон. Офигеть! Просто офигеть, ребята, реально одним словом. Так, а как я понимаю, сейчас нужно подойти. Эй, что такое? А куда залез? Что-то есть? Мне кажется, тут ничего не будет. Мне кажется, здесь должна будет стоять, скорее всего, наша ракета. Так, значит, смотри, я подхожу, соответственно, вот к этому, как он называется, пункту управления, или что это у нас такое? Это. Смотри, что следующее строим. Башня, подъемник и Нептуна. Это ракетный верстак. Просто офигеть, ты посмотри, что мы дальше строить-то будем. Это что такое? Это реально настоящее, просто настоящий запуск ракеты, как по-настоящему отправляют. Реально. Так, ладно, нам нужен пласталевый слиток, медный провод и смазка. Это все у нас тоже есть, отлично, замечательно. Поэтому, ребята, сейчас я буду только все это принесу. В жизни тоже так легко ракеты делаются. Я думаю, что да. Но мы, Андрюша, не забываем, мы находимся в далеком будущем, где, соответственно, все намного проще, да, не так, как у нас сейчас. Поэтому я думаю, что в данном мире, соответственно, здесь все это делается супер просто. Ема, конечно, эта платформа настолько масштабная. Главное, вот просто я отсюда смотрю на нашей базе, да, то есть наверх, и она просто гигантская, ребята. И она просто, ну, какие-то невероятные размеры, серьезно вам говорю, это просто жесть. Олег, придется прощаться. Ой, Андрюша, погоди, а мы с этим штырем будем-то прощаться вообще или нет, скажи, мы пожалуйста, с да? Возьмем. С собой возьмем. А куда мы его поместим, скажи, пожалуйста-то, а? Куда мы его поместим-то? Мне кажется, в ракету он не поместится. Так, значит, что, я подготовил ресурсы, и, соответственно, дальше наш следующий этап строительства — это башня подъемника Нептуна. Ну что ж, постройка на... А что это такое огромное? Да ну нафиг просто! Я... Откуда такие гигантские размеры, вообще не понимаю! Олег, я просто не понимаю, что это такое вообще! Мы под конец устроим крестный ход, надо будет попрощаться со шнырем тогда сходить. Ну со шнырем надо будет 100% попрощаться, Андрюша, потому что это шнырь, понимаешь, по нему я реально буду скучать. Он был дружелюбным всегда, понимаешь? Смотри, да, никогда... иди сюда. Чего? Ой, смотри, уже пока. Работ? Оно не достроилось, еще как-то ее активировал там вообще. Пока! Ема! Там реально лифт, чего? Охренеть! Офигеть! Просто Олег, офигеть! Тут можно спрыгнуть вниз! Так прыгай давай, я тебя поймаю! Смотри! Не надо, ты разобьешься, ты облепетку разобьешься! А ну вот он нормально, вот он нормально. Спрыгните, Олег, там вниз башкой прыгает. Че я левитирую, я не понимаю. Так, погоди, я обязательно поднимусь наверх. Мне просто интересно вообще, какое следующее там строительство. Ема! Ускорители Нептуна. И нам нужен пласталевый слиток, никелевая руда 3 штуки, аэрогель 2 штуки, комплект проводов. Так, у нас вроде бы все есть, за исключением никелевой руды, к сожалению, да. Поэтому нужно будет сейчас какое-то время, ребята, чтобы все это найти. Олег, пока. Подожди, стой, я заберусь наверх, посмотрю на все. Тебя что, аттракционы там, я не понимаю, детство заиграло в одном месте или что, а? Смотри, Олег, Андрюха, готов смотреть? У нас спасательная операция, мы возвращаемся домой. И маты, ну ты у меня рыбка не прыгаешь, ты сказал, что у тебя он рыбка прыгает, ты так, у меня смотри, рыбка не прыгает. Давай подлив, чтобы тебя раздавил. Ага, конечно, сейчас. А мне интересно, что будет? Ничего не будет, все, поехали, активируем лид, соответственно, и отправляемся наверх. Блин, ну ребята, это прям вау, это прям очень круто, вот когда мы начинали даже, ну когда я увидел в комментариях, что вы написали, что мы будем строить ракету, я думал, там ну маленькая ракета какая-то будет, прыгай просто, да, такая одноместная чисто. Ну давай вам попробую. О, реально рыбка летит вниз, бэээээ. Интересно, а если прыгать на платформу, он рыбкой тоже будет большой платформу прыгать? Я не знаю, может попробовать, в принципе, Андрей. Рискую. Не надо!
А, ты до воды? Нормально. Или подожди, ты как-то очень резко под воду. Ага, понимаю, нормально. Так, ладно, я сейчас посмотрю, есть у нас никель. Если нету никеля, то, соответственно, нужно будет его идти добывать, Андрюха. А что делать-то? А кто ж знал? Кто ж знал, что так все обернется? Ну что ж, друзья, как я и говорил, нужных ресурсов у нас нет, поэтому я вернулся в активную лавовую зону, соответственно, что вообще. А я туда не пошел. О, Андрюха остался дома. Поэтому я на всякий случай ищу кианит возьму, потому что мне что-то чувствуется, что нам он 100% понадобится, да? В общем, самый редкий ресурс. Я сейчас просто буду добывать, чтобы они просто были на всякий случай, чтобы мы не бегали туда-сюда. Вот, я думаю, что это правильное решение, и лучше сделать так, ну, запасить ресурсами про запас, соответственно, да, чтобы реально, ну, то есть, не ходить туда-сюда постоянно, потому что это занимает реально очень много времени, вот. Так, кристаллическую серу, соответственно, тоже подбираем, что-то мне подсказывает, что она тоже понадобится. Мне что-то просто кажется, что нам вообще, в принципе, понадобятся реально все самые редкие ресурсы, которые находятся на глубине. Потому что, ну, мы же неспроста все-таки открывали вот такие вот биомы, чтобы, соответственно, построить, ну, нормальную, ну, конечно, так, да, сказать, да? О, не, было бы, конечно, здорово, Андрей, если мы все это вместе добывали. Добывай. Но у нас второй краб, ребята, я не знаю, помните вы или нет, где мы его парковали. Мы его, к сожалению, парковали очень далеко. Вот, поэтому за ним просто сейчас возвращаться, это реально... Я даже бы и не поехал. Это очень-очень-очень долго, поэтому реально лучше сейчас все быстренько так по одному чисто подобывать все, соответственно, да? И уже возвращаться домой с добытыми ресурсами. Так, ну, ребят, вроде бы я все нужное добыл, значит, смотрите, кристаллическая сера есть, а кианит есть, и, соответственно, никелевая руда у нас тоже имеется. А, соответственно, теперь можем возвращаться... Что это такое было? Я не понял. Значит, можем теперь наконец-то возвращаться домой и уже приступать к финалям. Я не понял вообще, это что начинается такое? Скажи мне, пожалуйста, а? Ты что, Андрей, я не понял, совсем страх потерял или что? Я в себя поверил, да? Ну, ты в себя поверил, я верю в себя всегда. Олег, ты что, ручки перепутал, да? Ну, что там, еще и подгоняет меня засранец вообще, а? О, ребят, смотрите, видите, с ней реально все нормально. Вот она императрица, и вот ее там детки рядом плавают. Я, Олег, поспал, я тебе день сделал. Ага, поспал. Ну, спасибо хотя бы на этом, спасибо реально хотя бы за это-то, а. Хотя бы что-то сделал полезное сегодня, Андрюха, спасибо-то реально. Ну что же, возвращаемся, ребята, домой и, соответственно, продолжаем строительство ракеты под названием «Нептун». Ну нет, ну только не ты! Уйди! Уйди! Ну нет, ну только не ты, Андрей, тут жнец! Да как ты меня бесишь, Олег! Как ты меня бесишь! Что, Андрюха, что такое? Олег, что так такое? Так-то помасти конь дурной, я в зубы дам тебе трубой. Что? Нормально вообще, а? У меня тут жнец, блин, Андрей, понимаешь? У меня тут реально настоящие проблемы, real life, понимаешь, да? А ты что делаешь, Олег, в этот момент? Мы с тобой пофе не ботаем, нихуя не работаем. Просто частушки какие-то, я тут пытаюсь до дома, блин, добраться, а ты частушки свои снова прикалываешься, начинаешь, да? Ой, не, все, вроде Олег, я ушел, кстати, краб ебанулся. Что такое, что такое, что если случилось? Если хочешь и пить, и жрать, надо чаще воровать, Олег. Понимаю, нормально, нормально, нормально. Кстати, на удивление, у краба прям очень все хорошо с прочностью, то есть на меня напал жнец, и у него, он не снялся всего лишь 22% получается защита, то есть как бы, ну, вообще все в порядке, реально все прям прекрасно. Ой, ребята, до дома еще 700 метров, дорога, конечно, дальняя. На крабе это, конечно, делать очень-очень долго. Ну все, Андрюха, встречай, я дома! Папочка на месте, папочка на базе, да, он пришел с ресурсами. Папочка. А, смысл, я вообще-то добычки, я ресурсы все принес, блин, понимаешь, да? А он еще так, Олег, а, значит, знаешь, никель закидывает. Что? Нам с тобой подходит выражение, вор ворует, фраер пашет. В данном случае я вор, а ты пашешь, как фраер. Слушай, ну реально, видимо, да. Судя по всему, это именно так и работает. Так, а можешь, пожалуйста, сбегать, сказать, напомнить, что там еще нам сейчас нужно для постройки, помимо никеля. Помимо никеля. Ну что? Я бы послал тебя, но вижу, ты уже оттуда. Ну, в смысле, я... Ай, блин, Андрюша, ну как так? Я всю работу за него делаю, значит, да? Он вот так вот ко мне относится, да? Так, мне срочно надо поесть. Погоди, у нас вообще вода есть где-нибудь или нет? А тебе информация нужна? Мне вода нужна, я сейчас это умру, погоди. Нет, тебе сейчас нужна информация. А где вода? Вода! Так, хорошо, ладно, я сделаю... А, не, наоборот. Олег, информация, мой друг, по пластиковый слиток, никелевая руда 3. Ага, так, хорошо. Аэрогель 2. Ага, хорошо. И комплект спиченных из жиги проводов. А, все, я... Из жиги именно, да? Прям так и написано, да, что из жиги, ну, да? Комплект спиченных высоковольтных проводов из жиги. Хорошо. Из 22107. Так, мне срочно надо попить, Андрей, срочно. У тебя есть вода? У меня просто все, у меня все запасы вот просто на лимите. Да, Олег, есть вода в мочевом пузыре. Неси, давай, сейчас просу тебя в рот, блядь. Ну быстрее, кофе готовься, ну что так долго? Ну, наконец-то. Литр на соль.
Все, я попил хотя бы немножко. Вода нужна, Андрюша, срочно вода. Задыхай. У меня есть при себе вода. У меня прям сухость во рту, понимаешь? Прям, ну вот после вот после лавы. Щеку, вот блядь, сейчас литрушечку выжму, блядь. Так, значит, комплект проводов нужен, соответственно, да? Нужен никель. А, так, никель 3 штуки, по-моему, насколько я Олег, помню. Олег, иди сюда, вот в находке. Давай. В батарейке или куда-то закину, погоди. В находке. А, во, все, вижу. Спасибо, Андрюша, спасибо, добренький-то человек. Так, все, значит, смотри, что там, никель, провода и что еще? А, и рагель. Все, сейчас все подготовили и пойдем. Ну что, Андрюх, я приготовил снова все ресурсы для следующего этапа постройки, значит, ракеты. Мне безумно интересно посмотреть, что мы по итогу сейчас сделаем. Ну а что там у тебя снова за обострение такое, ну, Олег, скажи мне, пожалуйста. Обнаружил радиация, да? Олег. В смысле радиация? Не говори, ребята писали в комментариях. А ну-ка, погоди, стой, дай-ка я сюда пойду. Офигали тут радиация, чего? А мы здесь нету радиации, мы же там есть. Все залатали, погоди, ребята, вы писали в комментариях, что нету никакой радиации. Олег, будешь сухое вино? Смысле, погоди, смысле, нету необходимых хочу. А, пласталивый слиток забыл, что ж ты не сказал-то про него-то, а? Так, вот теперь должно точно все хватить. Я спал, значит, взял пласталивый слиток, вот теперь у нас все. Ну, Олег, наконец, анекдот надо? Андрюш, а? Ну да, ебо! Это только низ? Чё она такая огромная? Почему она такая гигантская? Почему, я не понимаю? Ебануться. Офигеть. Просто офигеть. Смотри, какая турбина просто, пиздец. Где, покажи. Офигеть. И причем вот эту ракету строят 4 летающих каких-то робота, каких-то квадрокоптера просто. Вот это технология, маленький. Конечно, я понимаю. Ой, смотри, прям дым начался какой-то. Смотри. Видишь, нет? Бля, то есть она как будто взорвётся. Стой, погоди, а мы что, мы можем в ней? Это вся ракета или нам еще? Ну-ка, что там дальше? Нам нет, еще конечно, строить это надо, только, погоди. Это только низ. А ну-ка, погоди, что там дальше? Топливные баки Нептуна. Офигеть. Так, нам нужен пластиливый слиток. Ой, слава богу, я нашел кристаллическую серу. Слава богу, я принес кианет. А его на энергоячейку мы еще ни разу, кстати, не делали. Интересно посмотреть вообще, из чего она делается. Сейчас глянем, посмотрим. Так, мне прям безумно интересно посмотреть, из чего делаются эти ионы, какие-то батареи, энергоячейки. Что это вообще такое? Я не знаю даже, когда мы с тобой успели это открыть, если честно. Так, я вижу, вот, ионы. Энергоячейка. Она делается из двух ионных батарей и силиконовой резины. А подожди, а батареи... А, ты прикинь! Ионы батареи, знаешь, из чего делаются? Нам нужен ионы куб, золото и серебро. Но у нас, благо, у нас этих ионных кубиков должно быть прям дофига. Я помню, как я домой приносил их прям огром... Вот они, ребята, вот они наши сладенькие, а! Сюда идите к бабочке. Так, кианит, соответственно, собираем. Ионные кубы тоже все собираем. Пусть это будет пока что красавец у меня. Ну что ты там снова угораешь? Я все никак не могу понять. Скажи мне, пожалуйста. Анекдот, понимаешь, анекдот? Давай, анекдот, давай, еще один анекдот. Заходит давай. Мужик в бар. Бармен так ему предлагает, будете сухое вино? Ну, а он чего? А мужик ему говорит, насыпай хули. Нормально, Андрей, хорошо, я понял, нормально вообще. Вот это вот реально очень круто насыпай было. Насыпай хули! Так, погоди, серебро и золото надо, погоди, серебро у нас было где-то, руда, серебро, вот оно, ребята, вот оно золотишко, вот оно серебришко-то, а? Все у нас есть, блин, это вообще прекрасно, у нас реально все есть, хуйня. Это прям офигенно. Так, все, я делаю, значит, там две ионные батареи, а подожди, а сколько у нас, сколько нам энергоячеек ионных нужно, я не помню, посмотри, пожалуйста. Блять, короче, слышишь, Олег, знаешь, что мне кажется? Ну... Это из-за ракеты хуярит радиация. Думаешь, из-за нее? Ионная энергоячейка, две штуки. Да ё-моё, да что ж такое-то, а? Я заметил, как мы начали строить с тобой ракету, начало появляться больше и больше радиации. Ну хотя тоже верно, Теперь радиация по всей платформе вообще. Блин, это реально странно. Я надел уже на себя противорадиационный костюм. А у меня нет его, а где его взять? Так, он у нас тут, он есть, у нас еще один экземпляр должен быть где-то на базе, посмотри. Так, и дальше нам что надо делать? Дальше ионную энергоячейку, силиконовую резину надо сделать. Все, вот теперь я могу сделать ионную энергоячейку. Ему, как она выглядит, прикинь, сколько там энергии, если, по сути, эта вот энергоячейка может запустить вверх ракету, поднять, это, конечно, офигенно. Так, что там еще, там пластиливый слиток надо было, кианит, насколько я помню, да, и кристаллическую серу. Сейчас пластиливый слиток тогда быстренько сумочу, сейчас только поскидываю, все не нужно, потому что у меня тут уже целый хлам получается, если честно, в инвентаре. Так, ну все, по идее, я все взял, да, прикинь, мы реально можем все построить топливную базу. А, пожалуйста, это вся ракета? Ему! Я не знаю. Ну, вообще выглядит, как будто уже вся целиком полностью построена ракета. Вообще-то и вот да. Почему? Мне интересно, сколько места вообще будет в этой ракете. Она называется, Олег, Нептун. Ну да, я ж 10 раз сказал Нептун. Так, мне интересно, что дальше вообще? Будет ли что-то доступно после этого этапа? Или это все, или это финальный этап, и нам больше ничего строить не надо? Ну, вообще уже прям очертания ракеты прям реально заметны, да, и то есть, ну это реально полноценно. Так, а ну-ка, кабина, да ё-моё.
его, да что ж такое-то-то, а? Так, значит, нужен генератор щита циклопа, что? Пласталевый слиток, эмалевое стекло и микросхема, ты прикинь, что нам нужно-то, а? Олег, от радиации сейчас сдохну, но... Ой, блин, ребята, сколько всего нам еще нужно делать, а елки-палки-то зеленые-то, а? Но самое проблематичное из этого списка — это генератор щита циклопа. Где сдох? Ты реально, да как ты умер-то, я не понимаю! От радиации! Да какая радиация, да что ж такое-то-то, а? Ладно, ребята, сейчас быстренько все снова подготовим, соответственно, и уже приступим к финальному, я надеюсь, к финальному этапу строительства этой ракеты. Короче, Андрюх, тут такая проблемка нарисовалась. Значит, я подготовил все, что нам нужно, кроме генератора щита. И знаешь, в чем основная проблема, с которой я сейчас столкнулся? Да. Проблема заключается в том, что генератор щита крафтится лишь только на циклопе, понимаешь, да? А мы, ну, а как, скажите, пожалуйста, как? У нас циклоп, как вы помните, он просто взорвался, он просто ушел на дно. Ой, блин, это, конечно, прикол. Это пиздец. Это, конечно, мы не будем строить далеко. Нет, мы будем строить прямо сейчас циклоп, потому что иначе... Ну, а что ты предлагаешь? Скажи, пожалуйста, это иначе-то, а? Ой, ребята, третий циклоп строим. Может, такой бред просто полнейший вообще. Я в шоке. Не, ребята, это вообще нифига неприятная ситуация. Я вам скажу, что пришлось еще куча ресурсов, просто куча ресурсов потратить. Ну, нам вообще на самом-то деле, по сути, эти ресурсы вряд ли в ближайшем вообще будущем понадобятся, наверное, да? Мы все равно улетаем с этой планеты, так что, в принципе, тогда не жалко. Ох, ну все, у нас стол циклоп появился, получается. Поздравляю, Андрюша, поздравляю. Так, только погоди, надо вспомнить, из чего делается генератор щита, чтобы понимать вообще, какие ресурсы нужно принести, потому что я, если честно, ну, забыл. Так, а где-то здесь, генератор, расширенный комплект проводов, полианилин и энергоэффект. Олег. Все это у нас есть. Чего? Что? Я подумал, давай ты, наверное, один полетишь, а я останусь. В смысле? Почему? Я остаюсь на планете, мне кайф. Нет, Андрей. У меня тут кровать ни есть. Ни в коем, Андрюша, ни в коем случае. Нет. Ты полетишь за мной. Я тебя не оставлю. Ты будешь потом сожалеть всю свою жизнь. Так, ну все, знаешь, генератор щита готов. Отлично, прекрасно, замечательно. А, тогда все, слышь, все, поднимаем. Блин, поспать надо, да достала эта ночь. Ну поспи немножко. А ты можешь поспать? У тебя день про ты на базе, а не я на базе сейчас. Заебало. Да поспи, что? А не могу, я только что поспал. Я всю работу за тебя делаю, я всю работу. Это я, Олег, так что поспал, ночь началась. Ой, блин, я всю работу за него делаю, а он еще что-то там кривляется, смотрите-то, а? Что-то ему там еще не нравится-то, а? Олег, может, тебя... я реально один полечу, Андрей, не? Может, я реально Давай. Здесь оставить за твое плохое поведение, а? Будешь со жнецом, со тебя штырёвым? Всю жизнь прессовали. В смысле, всю жизнь прессовали, что? Что за бред ты несешь, Андрей? Останешься тут один со шнырём, будете время коротать вместе, да, но... Только он дольше тебя, скорее всего, проживет. Мне кажется, они явно дольше живут, чем люди, нет? Тебе так не кажется, а? Да нормально. А потом что будешь делать? Так, ладно, все, погнали, значит, поднимаемся на платформу. Я надеюсь, что сейчас будет реально заключительный этап, то, что мы вот то, что сейчас построим, да, вот эту вот капсулу какую-то сверху, это реально последний. Ну, вообще, по идее, это, ну, и раз уж Хорошо. Там стекло применяется, то мне что-то подсказывает, что это реально должна быть последняя деталь. Блин, ну она очень круто выглядит, эта ракета, прям очень масштабно. Я прям не ожидал, что она Ты будет достраиваешь? Таких размеров. Так, ай, блин, да елки-палки-то зеленые, я забыл все на базе, я подготовил, забыл. Идиотина, Ай, блин, туда-сюда бегать, ну достало реально это. Ух, ребята, я так устал, это мы просто, я не знаю, мы уже больше часа сидим и просто пытаемся построить эту ракету. Ну что, Андрюха, я запускаю строительство, соответственно. Ой-ой-ой, посмотри. А там что-то маленькое наверху, да, достроено. Да-да-да, там какая-то, мне кажется, это какие-то стекла. Скорее всего, это завершающая уже часть, соответственно, такая, знаешь, типа капсула. Я поехал на которой... Стой, погоди, а если мы что-то еще сможем построить? Олег, погоди, да погоди, ну чу. Погоди, пожалуйста. Ой, погоди, это ты лифт запустил, тут такой звук просто необычный. Так, погоди, никуда там не едь без меня, только не, если там будет открыто, то не заходи, пожалуйста. Без меня ничего там не делаю, ничего не трогай. Что так долго строится, я не понимаю. Что-то как-то очень... Ой, погоди, что за звук, что за музыка? Не знаю. А, все! А ты как умер-то вообще, скажи, пожалуйста, мне, Андрей, как ты не разбился? Знаю. Как ты Олег, умер? Олег, в смысле, ты без меня улетел? Сыса, я никуда не улетел еще! Ты что, река? Что за паника вообще такая? Ничего не произошло. А что вот случилось? Это, ну, ничего не произошло. Олег, вот. Что? Я испугался очень сильно. Знаешь, что реально? Было? Ты думал, да ничего не было, просто музыка какая-то заиграла и все. Меня умер. Просто лифтом раздавило, но... Так, смотри, мы можем... О, название ракеты, смотри, тут можно название ракеты поменять. Можно цвет поменять.
Е-мо! Давай, короче. Нет, я знаю, какого цвета. Я хочу красного цвета ракету сделать, соответственно, да? С черными деталями. Мне кажется, это ему офигенно будет выглядеть, не? Смотри. Вот так. Во-во-во-во, вот так вот оставим, давай. Вот так вот. Во, смотри. А, нет, стой, погоди. Надо еще. Вот, так, во, вот так вот делаем, и вот так вот делаем. Во! Смотри, ну прям офигенная ракета получилась. А как не? Она называется? Ты что записал там? Скажи, пожалуйста, а? Ты дурак вообще или что? В смысле, а что я написал? Ай, ты дурак. Ну что ж такое-то, Андрей, ну что ж такое? Во, вот такое нормальное название, смотри, а? Как тебе? О, смотри, видишь? Нормально, нормальное название. Так, ну все, мы больше ничего строить не можем, поэтому погнали, поднимемся наверх. Хватит, хватит там что-то, слышишь? Хватит, Андрей, я тебе говорю. Успокойся, реально-то, а? Подожди, стой, без меня не есть. Да я не еду без тебя, давай, я тебя жду. Я жду, я жду, я жду. Да заберись по лестнице, я жду тебя, я без тебя не уеду. Все, поднимаемся. Я очкую. Ой, я тоже, Андрей, я пипец переживаю, на самом деле. Я в космосе-то давно не был, понимаешь, полгода, понимаешь-то, а? Олег, стой, подожди, стой, давай не торопиться. Давай не торопиться, давай, давай. Я просто боюсь, что если мы сейчас рассинхрон будет. Ну давай, значит, что, войти в ракету. Я уже нажал. Ой-ой-ой. Идиот, блядь, нет, зачем ты нажал? А что, у тебя дверь открылась или что с ней? А, вот, подожди, вот, да, пока мы еще не улетаем. Вау! Так, это что такое? Вспомогательный источник питания. Перекинуть рычаг. Нажимаем. А ну-ка, погоди. Это что, мы реально сейчас ракету активировать будем? Правильно я понимаю или что? Тут хранилище есть. О, реально хранилище. Ну-ка, дай-ка я ионные кубы закину на всякий случай. Пусть я будут я рядом. Я не понимаю вообще. Так, это что у нас такое? Коммуникационная антенна. А ну-ка. Ему, ребята, я прям в большом предвкушении. Реально. Так, и что дальше? Что-то еще активировать? А, вот, смотри, гидравлика. Смотри, гидравлику еще активируем. Блин. Да. Это реально гидравлик. Так, и чё? Значит, наверное, на второй этаж нужно подниматься. Я больше ничего здесь не вижу такого. Ладно, давай поднимемся на второй этаж. Блин, ну ребята, за такую серию, за такую вина однозначно нужно влепить. Ой, я не... Да, ну да, какая-то энергичная. Там реактор какой-то. Вау! Одно... А, Олег, одно сиденье. Блин! Ладно, на самом деле, знаешь, что я могу тебе предложить, Андрей? Если тут реально одно сиденье только, то чтобы у нас не было прям лютого рассинхрона, ты можешь просто выйти с сервера, а я тебе демку покажу в Дискорде, чтобы я все это, соответственно, снял. То есть, таким образом, за как что? Бы... А? В смысле, не за а что? Если, а я если не буду строить вторую ракету, мы ее час строили, не, я не а буду! Давай попробуй, а давай попробуй просто здесь с тобой остаться, и мы полетим вот так. Ну давай, ладно, хорошо. Так, а что надо сделать? Погоди, стой, здесь что это вообще такое? Гидравлика включена, коммуникационная антенна включена, вспомогает. Включить жимую систему жизнеобеспечения. Так, а это такое? А, вот это надо включить, смотри, нужно включить систему жизнеобеспечения, капсула времени. Капсула времени, вот она откуда появляется-то, а? И главный компьютер. Так, ладно, хорошо, значит, включить систему безопасности, значит, мы включаем, соответственно, да, ребята. Я там понадобился. Блин, мы прям реально готовы. Нептун, система жизнеобеспечена активно. Блин, вообще кайф. Так, это что, подготовить капсулу времени? Так, ну давай попробуем. А что прикладываю нужно сделать? Прикладываю руку, там только твоя рука. Прикладываю. Блин, прям реально капсула времени, ты посмотри. Моя была на член зарегистрирована. Так, а погоди, а что тут надо сделать. Надо письку приложить. А, вот, смотри, реально, я складывал какие-то определенные, получается, приколы, да, то есть эту капсулу, которая появится у кого-то в игре. Блин, ребят, если у вас появится наша капсула, и вот просто обязательно скажите нам об этом, обязательно отправляйте скриншоты, ну это будет прям мега офигенно, реально. Короче, я вам оставляю, смотрите, значит, статистную пушку, лазерный резак и термоклинок. Я думаю, это будет очень, на самом деле, полезная находка для вас. Подожди, так, я тоже положу, стой. Давай, давай, складывай. Так, F11. О, сюда скриншот можно сделать из загрузить, слышь? А давай, давай реально скриншот сделаем. Я положу его на кубок, не давай, тушить, подожди. Давай, смотри, дай я морду твою сфоткаю, Андрюша, иди сюда, подойди ко мне, пожалуйста. Сейчас, подожди, я нажив, давай, 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 давай. Я просто тебя сфотографирую сейчас, просто твою морду наглую такую, и все. Так, Андрюха, можешь улыбочку, пожалуйста, сделать, пожалуйста? Олег! Все, скриншот снимок экрана сохранен в КПК. Так, все, Олег, значит, ребята, если вы найдете вот данное изображение вот с мордой, вот с этим никнеймом, то обязательно отправляйте нам. Мне правда будет очень приятно, если кто-то из вас действительно найдет нашу капсулу времени. Я не знаю, насколько это возможно, в принципе, да. Но это будет реально очень круто. Так, все, я загружаю это сообщение. Давай, смотри, тут еще можно сообщение оставить. Прям именно сообщение. Давай что-нибудь напишем, прикольно. Давай, сейчас подожди. Так, Андрюха, ну я написал сообщение, смотри, что я написал. Привет, друг! Это письмо тебе передает Олег Кофе и глупый Андрей Индифай, который каждый день на протяжении полугода просто кушал и спал, расходуя наши ресурсы и ничего не приносил самим. Но так или иначе, мы передаем тебе огромный привет и желаем удачи в твоем выживании. С лучшими пожеланиями, Олег Кофе и Андрей Индифай. Что, нормальное сообщение? Что тебе не нравится? Не устраивает? Сейчас его разобью нахуй. А что тебя не устраивает? Я не понимаю, да? Так, ну все, у меня капсула времени получается готова, как я понимаю, да? Так, а что еще? Погоди, надо еще включить главный ЦП. А что такое ЦП вообще? Погоди, главный ЦП, это что такое?
Центральный процессор. Все, понял. Так, еще система главного компьютера активирована. Ну что, Андрюша? Ракета, в смысле, ракета не готова. Подожди, а что ты еще не... О, все, запустить ракету, смотри. Все, я нажимаю? Я нажимаю? Да. Ну что, друзья, обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал. Ну а мы с Андрюшей... Олег, может, вторую ракету? Нет, Андрюха, нет, все, ну там мы час еще будем строить еще одну ракету. Ну что, Андрюша, ты готов? Давай возьмемся за ручки, обнимемся на прощание с тобой. Ну что, ребята, пожелайте нам удачи, ну а мы отправляемся в космос. 3, 2, 1, пуск! Невозможно запустить ракету, пока работает карантинная охрана. Чего? Чего? Что? Мы же отключили пушку! Так это та пушка, мы ее что-то активировали, что за бред? Подожди, Олег, может быть, сходим еще раз проверим, отключены ли она? Пошли проверим, да, давай проверим. Ну, ё-моё, такую речь толкнул, я думал, что ну все, эпичный момент сейчас будет. Ну, какого фига вообще? Прыгаем. Это бред, ребята, это просто какая-то реально бредячина. Ну, я не понимаю, ну как такое могло произойти? Как, объясните, ну как? Не, Андрей, самый прикол заключается в том, что пушка, она вниз, она смотрит вниз, то есть она отключена. Ну зайди еще раз в эту хуйню и ручку засунь туда. Ну какой бред, ну как, объясните, как такое могло произойти, как, я не понимаю, правда. Ну это невозможно, ну не может быть такого. Мы можем с тобой, знаешь, как, чтобы не расстраиваться сильно, мы можем с тобой просто найти видосик на ютубе, посмотреть концовку вот так же. Судя по всему, к этому все идет, реально, ну ё-моё, я думаю, мы испытаем все эти эмоции, переживания, а в итоге-то что получается? Олег, в нашей истории мы остаемся здесь. Походу, реально, мы не можем выбраться с этой планеты, ну такой бред. Причем я уверен, да, тут ничего не светится, тут все выключено, все. То есть вот внутри, пожалуйста, то есть все мы отрубили. Ну как такое может происходить, скажите, пожалуйста. Только ненавижу. Так, ну и че, вот я подбежал к этому месту, тут все деактивировано. Взаимодействовать, давай еще раз на всякий случай это нажмем. Кстати, ну а вот это, кстати, работает. А удивительно, что это работает. Ну и чего? Ну, я должен быть вообще-то сейчас как бы это, вылечен. И че, она меня снова тыкнула. Мама вылечи, мама вылечи. А прикинь, я сейчас наоборот запущу эту всю систему снова, не? Не-не-не-не-не. А, всё, нет, давай. Стой, погоди. Что, ты реально заработал? Что я сделал? Я что-то сделал, слышишь, Андрей, какие-то звуки один начинаются. Один раз кольнись по вене. В смысле, а меня... Что такое? Не, все нормально, все хорошо. Что такое? Смотри. Тут просто очень странные звуки начались снова. Я как будто, у меня такое ощущение сейчас складывается, что я как будто снова запустил эту пушку. Блин, я... Олег, ну, погоди, нет, стой, ну быть такого не может. Я слышу, что она как будто меняет свое положение. Ну нет, я не верю. Ты там давай, хватит баловаться. Я просто не верю в это. Стой, погоди, дай-ка я себе разочек просканирую. Может быть, система считает, что мы заражены. А реально, подожди, может, ну-ка, тоже? Дай-ка я просканирую, но вы помните, что мы находили. Нет, в норме. Нет, все нормально, в норме, все в порядке. Идеально. Не, мне прям очень интересно, но света нету. Внутри света нету, внутри все темно. То есть, может быть, теперь, ну, получится после того, как я снова деактивировал все это, может быть, просто система посчитает, что мы... мы от какого-то вируса вылечились, да? Ну да. От вируса Хары. Я понял, почему. Гори, нет, вот пушка, по-моему, она воду смотрит, нет? Или куда она смотрит? Я знаю, почему тебя не пускают, скорее всего. Почему? Возможно, у тебя теперь не вирус, а какое-то венерическое заболевание. Дурак, что ли, а? Подожди, а теперь пушка что? Она... Я не понимаю, куда она смотрит, ребята, но, по-моему, она смотрит вниз. Короче, ладно, давай я сейчас доплыву до дома. Это реально очень странное явление, ребята, если честно. Сука. Вот, сейчас доплывем до дома, снова попробуем взлететь после активации. Но это приколдес, конечно. Не, если она сейчас реально не будет работать, ребята, я уже, честно говоря, не буду знать, что делать дальше. Олег, правда, беги, что такое? Быстрее. Так, поднимайся наверх. И сейчас попробуем снова сесть. Так, ну вот, у меня есть, типа, вот это то, что запустить ракету текстом написано, да. Ну что, готов, Андрюха? Давай, попытка номер 2. Дубль второй. Поехали. 3, 2, 1. Пуск. О! Сел! Во! Я сажусь! Я сажусь! Я сел! Пристегнись, Андрюша! Мы взлетаем! А мне, я не могу, я должен был выключить! Ай, блин! Я у себя готов не могу сесть, взлететь, Олег. По вашей команде, капитан! Я готов взлетать домой! Давай! Запуск через 10, 9, ой, птички, смотри, прилетели! Голубятина вот этого, смотри, а! 4, подожди! Ебо! О! Все, взлетаем! Летим! А у тебя там нормально все, Андрей, скажи? Нет, у меня мы стоим просто на передо мной, ты передо мной стоишь. Капсула времени запущена. О, то есть мы ее реально выпускаем, прикинь? Е-ма, мы прям реально летим в космос, прикинь! Бля, круто, у меня мы стоим на месте.
Я так и знал, что надо было так. Мы в космосе! Внимание, приближение к полю обломков на орбите! Не-не-не-не-не-не-не! Да ладно, вы же не сдохнете? Обломок влетел! Еще один обломок! Ай, Вэлли! Только не говорите, что мы обратно вернемся на эту планету! Поле орбитального мусора пройдено! Выполнение гравитационного разворота! А что, все в порядке? После орбитального мусора... А, пользуй, это я уже читал. Все, ема, как красиво! А начиналось очень... так красиво. Я, кстати, тебя вижу, ты у меня в кабине летаешь, Андрей, прикинь. Подтверждение координат назначения. Ближайшие межзвездные фазовые врата. Ема, как это красиво, ребята! Я прям вообще не ожидал, что такое будет. Запуск ионных ускорителей через 3, 2, 1. Ема! Жалко, ты этого не видишь, Андрей, жалко. Ема! Это очень круто! Придется на ролике посмотреть. У нас прям межгалактическое какое-то путешествие, понял? Как делают, как в Star Wars, понял? Вот это вот, как они делают. Да. Вот, это очень офигенно. Ускорение межзвёзд. О, что есть волна? Начало без конца. Со мной снова связалась императрица. Они разные, но они связаны воедино. Теперь ты уходишь к звездам, а я падаю на песок. Мы разные, но мы связаны. Ау! Реально. Блин, так погоди, она, ну она вроде живая вообще, а должна она, была Алекс, умереть. Она пацанские цитаты ну, перечитала. Она даже сказала, она падает на песок, то есть реально она должна была умереть. Так, все, нет, Андрюша, все, у меня пошли титры. Погоди, а ты до сих пор там остался или что у тебя? А я стою, смотрю, у меня вот кресло стоит просто, и ты у тебя в нем нет уже, все, я остался здесь. Ты можешь нажать, попробовать, может у тебя запустится она тоже. Не, короче, понял то, что ты делал, ну, перезапускал, помнишь эту систему там все? Да. Это надо сделать так же мне, короче. А-а-а, я понял, блин, ну ребята, это прям офигенно, это прям реально очень крутая игра, я не знаю, я под большим впечатлением, у меня аж мурашки по коже реально пошли. Я же Олег сказал, что я останусь. А да, реально, кстати, от такого конца это было просто, ну это... Ладно, пойду домой. Это просто офигительное просто, я не знаю, воспоминание, которое реально надолго останутся в моей голове. Игрушка реально огонь, спасибо. Но, к сожалению, она подошла к концу, ребята. Рано или поздно все заканчивается, к сожалению. Но так или иначе, если вы хотите увидеть продолжение, конечно же, Сабнатики, выживание во Сабнатике второй части, то, конечно же, пишите об этом в комментариях. Опять же, повторюсь, там нету кооперативного режима, есть только соло-режим, поэтому, если вы хотели увидеть продолжение, соответственно, и прохождение второй части уже соло чисто от меня, то, конечно же, пишите об этом в комментариях и обязательно ставьте лайки. Ну, а на этой грустной ноте, ребята, я предлагаю закончить наше сегодняшнее видео. Я очень сильно надеюсь, что оно вам понравилось. Я очень сильно надеюсь, что вы поставили лайк. Огромное вам спасибо, ребята, за то, что вы проходили эту игру вместе с нами, хоть игра вышла очень давно. Тебе там вообще угарно, я смотрю, да? Вообще прям свои приколы у тебя там начинают. Что случилось с базой, после того, как ты улетел? Ну, что случилось, что случилось? С базы вообще исчезло все. Реально? Все то, что над тобой было посажено, все ресурсы из ящика. Все исчезло. Вот это реально все. Грустно, вот это реально грустно. Ребята, реально огромное вам спасибо за то, что проходили эту игру вместе с нами. Я, кстати, Гандон слышу звук. Бросил меня сейчас, крыса, блядь. Ты сейчас на глайдере плывешь, правильно я понимаю? Да. Я слышу это. Вес магов, конечно, много. Сука, крыса кинула меня, тварь, блядь. Огромное вам спасибо за то, что реально проходили эту игру вместе с нами. Спустя столько времени после того, как вышла эта игра, уже все миллиард раз ее проходили, и вы, скорее всего, в том числе, но все равно огромное спасибо но за мы взялись интерес и начали нашего ходить. Прохождения. Ну что, друзья, на этой, к сожалению, грустной ноте мы сегодня с вами прощаемся. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, обязательно ставите лайк. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Олег Кофе, Андрюшенька, Индифай. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока-пока.